Так, научный. Оу. Добрый день. Оу, я твой подписчик. Серьезно? Привет. Серьезно? Я от всех видосов был. Ага. Слушай, если мы тут сдохнем, то все, канал распадется, понимаешь? Я ж не смогу его вести. То есть ты должен меня спасти. Ты живой? Леха. Ай, кто-то идет кто-то, какой-то СЦП. Печенюга! Леха, давай сюда, Леха. Чуваки, если бы не я, вам бы всем было пизда. Да не открывайте! Короче, погодите, смотрите, сейчас выходим. А дальше чисто, блин, собрание, чуваки, чисто собрание. Кто хочет жить, слушайте меня. Так, короче, мы с ученым будем в хвосте. Мы будем с ученым в хвосте. Вы выбегаете. Он смотрит на последних, понимаете? Он же не будет ходить, он первых не будет убивать. Ты усатый. Он убил кого-то. Два усатых считают нас расходным материалом. Вы с этим согласны? Нет. Мы вас так не считаем, неправда. Кто открыл? Дебилы, мы сейчас сдохнем тут все. Ну пускай он умирает. Вот, видите, что бывает, когда вы, блядь, не слушаетесь нас. Короче, все за мной. Сейчас, на раз, два, три, открываем, мы убегаем. Сейчас, тихо, все, не тыкайте. Раз. Давай за тобой. Два, три. Блядь. Шла твою мать. Я передумал. Давай за нами. Ой, пешка с карты, его и запираем. Дай мне карту, блядь, я заебался уже, сукуны. Да, дайте мне тоже карту. Да у нас по одной только. Нас дышка предал. Доктор, нас не бей. Беги на лифт быстрее. Чуваки, есть их вот. Полный пиздец. Из 20 человек осталось 4. Ого, бля, сколько тут народа померло. Не сука знаю, тактический прием. Ходить тихонько. Я спасаю тебя. Вскрывай. Киска, спасибо. Доктор, я прививки все сделал. Прививки сделаны. Там вся херня, иммунитет от всего есть, никакой чумы. Клёвая маска. Видите, у меня даже с собой набор прививок. Да. Ходим, тихо, ходим. Клёво, да? Да, хороший день. Я вроде не заражён. О, Дэшка. Дэшник, блядь, доктор, ничего. Какой-то заражённый, пойди проверим. Доктор, там Дэшка была. Доктор, следуй заражённый. Там заражённый чумой был, он такой в оранжевом комбинезоне. Фу, блядь, он съебал, пиздец. Или чё эта игра залагала, чуваки? Пиздец, что такое? Гибануться. Ну что, коллега, что будем делать? Да, найдем доктора? Другого доктора? Ну, такого доктора с маской, значит, поболтаем, попьем чай. Как оно, день ваш? А почему вы не в камерах содержания? Здравствуйте, все, понял. А у тебя патронов нету к пистолету? Ты проверить хочешь? Да нет. Нет. Не хочу. Классный пистолет, кстати, мне нравится. Мы вообще хотели к доктору пойти чайка попить. Сейчас, подождите, я карточку. Знаете, что это за звук странный? Откройте, пожалуйста, дверь. Окей. Меня аж подбросит. Hello, motherfucker. Печенюга, привет, как дела? Печенька, блядь. Привет. Печенька, не надо. Будем так стоять в леделке играть, не надо, печенюга. Печенюга, блядь. Блять, говно, ёбаный, там печенька! Mm-hmm. Беги в лифт! Фу, чувак! Я вас не смогу вывести. Да, ну, что ж поделать, умрем вместе, если что. Что? О, теперь у меня есть власть с пистолетом. Спасибо за донат, но походу мы сдохнем. Учёные, бейте быстрее. Фу! Мы с что-то там это делал, я не помню. Я пытался его убить, я геройски пытался его убить. А, в дуде. Ты. Все, чуваки, тихо, стоим, все будет нормально. Не тыкается! Отступай, убегай! Все, мне пиздец. Давайте. Оу. Да быстрее, работай, говно, работай, да блять. Тупая приманка, она не работает. Быстрее. Она не работает.
Чисто я рома теперь не попьешь, когда труп. Не наушники, интересную штуку, что эта тварь в итоге, короче, жопа подгорела. Ржали всем отделом, наверное, секунд 20. Скорее он обделался, как сказать. Нет, прям как будто зажигалку поднесли к арахису, короче, сзади и подожгли. Не, я командир опять. В смысле, за мной. Брифинг, быстро, к стенке, к всех стенке, к стенке. Блять, вы дебилы. К стенке. А, ладно, пойдем, пойдем, пойдем. Running in the 90s. Гонщик нелегальный. Профессиональный. На всей скорости. Профессиональный. По покорности. Ну мы сюда вообще-то серьезную работу пришли делать, так что давайте собираемся. А мы в KFC поедем после задания. И если выживем. Я вас всех накормлю за свой счет. Ящерка, ящерка. Кто это говорит, я не слышу. Я, пойдем за мной, пойдем за мной, кадет. Да вы все говорите, я не понимаю, где кто. Да, пидорасы, хватит мою ящерку забирать. Я один буду, буду в гордом одиночестве, блять, я всех завалю сам. Мне никто не нужен. О, хорошо, окей. Мы сейчас вдвоем все порешаем. Пускай эти лохи идут куда хотят. А мы сейчас как спецназ настоящий. Придем, всех убьем, всех спасем. 173 погиб. Что? 173. Жалко. Да, в общем-то, насрать. Да посмотри, я не вижу, ты крутишься. Доктор говорит. Так, давай, говори, что доктор говорит. Да 173-й не имба. О, да, блин, серьезно? Сам последний... Ебать, у них тут переговоры.